Метание гранаты, бег на время, прыжки и рывок 16-килограммовой гири – это лишь малая часть дисциплин, которые в советское время в рамках оздоровительного движения «Готов к труду и обороне» в обязательном порядке сдавали и школьники, и рабочее население. В современной России к комплексу вернулись в 2015 году. Сотрудники Ленского управления магистральных газопроводов оказались в числе первых. Я абсолютно ни о чем не жалею. Мне очень все нравится, потому что начинаешь вспоминать молодость, спортивные интересы. Сразу начинается какой-то адреналин играет в крови, хочется жить. И я считаю, что это все очень даже хорошо. То есть я за то, чтобы все организации сдавали. Потому что не хочется сидеть, хочется бежать, побеждать, выигрывать. Поэтому сразу молодеешь на лет 20 назад. Наравне с остальными работниками управления в сдаче норм ГТО принял участие чемпион России по боксу среди вооруженных сил, мастер спорта Иван Сидоров. Он поддерживает родной коллектив и сдает все без исключения дисциплины. Хотя по правилам человек, имеющий спортивные достижения, один вид может пропустить. Я думаю, я на золото сдам, золотой значок мне обеспечен. И нет, это довольно для спортсменов, которые в спорте уже давно... Такие-то физические нагрузки не такие уж и большие. И я на своем личном примере показываю и прохожу вместе со всеми, не перепрыгивая никакую через дисциплину. Все газовики, сдавшие нормативы ГТО, уже в июле получат заветные значки разного номинала от Министерства спорта России. А районный спорткомитет уже готов принимать следующих. Желание сдать нормативы ГТО появилось у сотрудников еще двух предприятий. Изъявляют такое желание, и я думаю, скоро тоже к нам подойдут с заявкой на сдачу норм ГТО сотрудники МЧС, сотрудники администрации молодежного комитета уже интересовались, как это можно сделать. Ну, я приглашаю всех остальных жителей, мы в любое время желаем видеть нас на нашем стадионе. А для того, чтобы нас сдать нормы ГТО, нужно просто подать заявку в наш комитет. Мы ее формируем, рассматриваем, формируем группы и... Предлагаем время для сдачи норм ГТО. Абсолютно каждый желающий может также принять участие и получить значок и удостоверение комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого нужно только заполнить бланк заявки на всероссийском сайте gto.ru и в назначенное время прибыть для сдачи нормативов в Комитет по физической культуре и спорту. Ну и, конечно, успешно сдать все дисциплины. Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».